Не могу жить без фруктов вообще никак. Каждый день их употребляю. Если и вот сейчас они, кстати, с этими с курсами валют увеличиваю цены, я очень поэтому переживаю. Без всех импортных товаров можем жить дальше. Без всех. Ну, продукты-то, наверное, нам и не нужны импортные, отечественные. А остальное, ну, вещи, одежда. Я думаю, что обойдемся. Ну, наверное, без сыра. Вот. Косметики. Да практически без всего. Не смогу обойтись без бытовой электроники. Ну, а одежда это дело вкуса, не обязательно импортное. Без Мерседеса. Да без всех смогу.